Читайте с нами, читайте сами, призываю дети взрослых. В костюмах литературных героев они вышли сегодня на улицу города. Почему дети любят книжки, узнали наши корреспонденты. С этими и другими лозунгами подрастающая интеллигенция двигалась к парку Бондина. Многие для конспирации в костюмах литературных героев. Безопасность демонстрантам обеспечивают сотрудники полиции, помогают переходить через дороги и следят за тем, чтобы никто не покинул колонну. В парке их ждет концерт и развлекательная программа. Они пришли сегодня в костюмах литературных героев, которые сделали сами. Но в то же время, в этом году у нас первый раз мы организовали такую площадку творческую, где ребята сами делали элементы творческих костюмов. Также рисовали аквагримом на лице. Ведет колонну к парку символ сегодняшней акции «Буратино». Затем передает незнайке. Помимо слов о пользе чтения, для детей выступает скрипичный ансамбль «Амадеус». Ребят поздравляют представители администрации города. Желают с пользой провести лето. Все дети – постоянные читатели библиотек. Мы очень любим библиотеку. И мы ходим в нее каждый день. Мы можем читать – это здорово, и это всегда пригодится. И еще есть пословица: читай, не ленись, с книгой подружись. После торжественной части микрофоны освобождают для желающих прочитать отрывки из любимых произведений, стихи и прозу. Остальные же занимают места в творческих секциях. Там они могут спокойно почитать на свежем воздухе, порисовать мелками и красками, пообщаться на интересные темы. Мне нравится этот праздник, он очень веселый, красочный. Мне нравится то, что тут столько много людей. То, что много аттракционов, всяких игр. Ну, впечатления очень большие. Алексей Южанин, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ.